my life, my job, my curse is to vanquish evil. Now that I have your attention. His name is Van Helsing. Some say you're a holy man. Others say you're a murderer. Which is it? It's a bit of both. He has come to a forbidden land to battle enemies that are legend. What are we dealing with and how do I kill it? This is where I come in. This winter, evil has one name to fear. Hugh Jackman is Van Helsing. Люк Бессон представляет. Джули Вуд хочет участвовать в гонках. Она совершенно не подготовлена. Мишель Ваян. Гонка еще не началась, а вы уже проигрываете? Добро пожаловать в семью. Спасибо. Это невозможно. Я вижу ее насквозь. Такую империю не построить, прислушиваясь лишь к кошмарам. Пойду скажу пару слов этой гадине. Эй! Осторожно! Я хочу победить! Ты ничего и не сделаешь. Тормози! Закрой глаза руками. И отмечай каждые 100 метров. Мишель Вальян. Жажда скорости. Гонка со смертью неизбежна. Смотрите на видео и DVD. Зло должно быть уничтожено. Джеки Чан. В мистическом боевике «Близнецы». Бернардо Бертолуччи – великий режиссер и великий рассказчик, способный из простой истории сделать столь изящное и чувственное кино, которое хочется смотреть, не отрываясь. Тэнди Ньютон. Дэвид Тьюлис. В захватывающей дыхание истории любви. Осажденные. Смотрите на видео и DVD. Вы поедете в Нью-Йорк снимать наш фильм. Если вы превысите бюджет, если утратите контроль, я спокойно могу вас заменить. Спасибо за вашу поддержку.
Думаешь, тут всем руководишь ты, чепуха? Мы здесь отвечаем за все, а твоя работа делать то, что мы скажем, понятно? Секс и насилие. Вы верите в любовь с первого взгляда? Вы сумасшедшая? Но, насколько я понимаю, все сводится к одному. Стелл. Стивен Дорф, Джудит Годридж и легендарная группа U2. В комедийной мелодраме... Спасибо. Все равно пассивное курение тоже вредит. Энтропия. Что вы здесь видите? Пятнышко? Привет. Меня зовут Квентин. Я из Монтаржи. Я люблю лошадей. А у тебя лошадиные глаза. Ты, наверное, не знаешь, кто такой Руби. Что это за цирк? Мы бежим из тюрьмы, братан. Отойди от меня, а то это плохо кончится. Чему плохо кончится? Ты же мне друг. Ты спишь? Отвали от меня. Тебе ничего не нужно? Достал со своими вопросами. Хочешь, я украду машину? Нет. Не бойся, это я. Я тебе сказал, что надо избавиться от полицейской тачки, а ты мне привозишь вторую. Но это же другая. В жизни не видел никого тупее тебя. Добро пожаловать в яркий и удивительный мир грез и сказочных фантазий. Фирменные магазины «Союз» открывают перед вами свои двери и приглашают в будущее. Загляните сюда всей семьей, и вы обязательно найдете то, что искали. Вас поразит многообразие товара в любом из представленных здесь направлений, будь то музыка, кино или компьютерные игры. Все самое лучшее, что создано в мировом кинематографе, перед вами. Драмы и комедии, боевики и триллеры, отечественное кино и фильмы для детей. Фильмы об искусстве, географии и спорте, мировая киноклассика и многое другое. Вам остается только вспомнить название, и фильм уже у вас в руках. Для истинных ценителей качественного изображения и хорошего звука огромный выбор фильмов на DVD. Все новинки, все лучшие мировые блокбастеры быстрее всего появляются на прилавках фирменных магазинов «Союз». Музыка всех народов, всех жанров и всех направлений. На любой, самый взыскательный вкус и самый разный возраст. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Хотите прослушать музыкальную новинку? Пожалуйста. Остается только нажать кнопку. Бесконечный океан музыки приглашает вас в путешествие. Отделы компьютерных игр также поражают изобилием предложений. Те игры, о которых вы только слышали или о которых только читали, уже в наших магазинах. И обратите внимание, у вас всегда есть возможность испытать понравившуюся игрушку или игровую приставку. Бесконечный компьютерный мир виртуальной фантазии перед вами. Выберите время и обязательно приходите к нам. Лучшее кино, лучшая музыка и лучшие компьютерные игры. Все в наших фирменных магазинах. Огромный выбор на разный вкус. Мы рядом с вами. Пора в Союз. Издательство «Гелиос» представляет неподражаемую Бриджит Джонс в книгах Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» и «Бриджит Джонс. Грани разумного». И не забудьте прочитать в сентябре новую книгу Хелен Филдинг «Оливия Джоульс и чрезмерное воображение». А также спешите познакомиться с очаровательными и непредсказуемыми героинями нового романа автора «Секса в большом городе» Кэндис Бушнелл «Четыре блондинки». Не упустите шанс заглянуть в мир современных, свободных и сексуальных женщин. Минута смеха заменяет 200 грамм сметаны. Но ничто не заменит ТНТ-комедии. Логично. Джим
Кэрри, Лесли Нильсон, Жан-Поль Бельмондо, Арнольд Шварценеггер, Луи де Фюнес, Жерар Депардье, Ванесса Паради. 365 комедий в год и хорошее настроение. ТНТ-комедия. Каждый день в 10 вечера. А что хорошо? Не нужно думать, куда идти вечером. На ТНТ.